Внимание, внимание! Найти выход, чтобы выжить в лабиринте. Сатир, Ликс, Егорик, Яна и Дим Масленников. Внимание! Испытания этого ролика проходят в абсолютной тьме. Весь свет, который увидите в кадре, это инфракрасное... Это ты, солнышко, и я, солнышко. Два лучика, солнышко. Или два солнышка. Свечение, которое... Ладно, извините. ...которое не видно человеческому глазу. Чё, Дима, солнышко? Блин, нас чё-то солнышко слишком дохера собралось. Какому-то солнышку придется потесниться. Привет всем, это Дима. Как это жутко выглядит. И я предлагаю вам немного поиграть. А где? Во, где грим, кружечки, вот эти спиральки. Тут. А я смотрю, Сатир как будто бы возвращается на YouTube, да, что-то он там, сям, мелькает, я... Насколько я помню, Сатир вообще уходил, типа, в ВК, и вот как он только ушел в ВК, как будто его... он перестал существовать в целом. Не, ну, люди, наверное, какие-то следили за ним там, но не особо, если честно. А сейчас, смотри, начал мелькать что-то там, сям, в каких-то видосах. У Рындыча я вот недавно видел его тоже. Специально для одного этого ролика я построил самый гигантский и невероятный лабиринт за всю историю существования моего канала. И мира. В этот раз, я надеюсь, он вас удивит. Нет, я не надеюсь, я уверен. В предыдущем выпуске проекта «Тьма» мы разыграли участников, которые даже не знали сути роли. Да, мы помним предыдущий выпуск. И для них он начался максимально внезапно. Там еще Дзюба... А, подожди, нет, там Дзюба был. Там Дзюба был. Я помню, как этот Даник... Как этот Даник уверенно падал. После этого участники боялись приходить на тьму, но все же согласились. Ну все же пришли. Я просто отвечаю, что они просто все тут стоят. А что-то недовольны. О, Стасик. Смотри, назад, в напряге, в жестком. Сейчас традиция. Так, напишите в комментариях 38. А что это? Все, кто понял, тот понял. Ничего не понял. Черт. А вот здесь я провалю, сейчас я отвечаю. Блин, Егорик, ты точно там не провалишь? Блин, я провалю сейчас здесь. Что там, голый Егорик? Черт, ты какая-то напряженная. Ну как ты знаешь? Че? Сыш? Да, я говорю, я вот сюда встал, я подумал, ну что тут ковер этот так странный? Вот там, красавчик. Меня готовят. Как все у вас засекречено, меня провели, я вообще ничего не понял. Ты посмотрел, что такое тьма? Да, конечно, конечно. Ты готов? Да? Нет, конечно. Честно? Ты что, ты гонишь? Егор, а? Прости. Блин, ну был бы прикол, если бы прям здесь упал. Давайте! Я шучу. Ну вообще, ты смотрел предыдущий выпуск, чего ты больше всего боишься? Что самое страшное для меня, это на самом деле, ну, первое, я боюсь темноты, второе, я боюсь воды. И я видел серию с Даником, где вот вы нажимали кнопку, и он просто в воду проваливался. Просто вопрос. А тебе льстит, что ты запугал весь вообще ру-сегмент? Да, довольный, счастливый ты, да? Может, еще сходишь, еще раз так же сделаешь? Тем, что люди просто не могут рядом с тобой находиться без ощущения, что они сейчас провалятся. Ну, что поделать, если я... Во всех смыслах. Спец в играх. Обожаю это дело, если честно. А, ты можешь Стас пойти еще убрать? Блин, все, иду, хорошо. Мы сказали участникам, что скоро их отведут на начало испытания. Куда ты? Все. Сука, куда ты? Но они даже не догадываются, что... Прям весь пол, нет? Каждый из них уже внутри нашего лабиринта. Блокируем дверь. Блин, как это жестко звучит. Ну да. Ты что так сказал? Блокируем дверь. Они услышат? Чжик! Вот эту вот блокировку двери. Или нет? Будет гипер круто, если весь пол просто вот так вот раскроется, все нахуй пойдет. И раз, два, три. Оп.
и знала, суки! Сука, так и знал! А вот и тьма. Я так и знал. И сейчас все провалится. Блевать вообще. Когда ты мертв внутри, тебя ничего не волнует в этой жизни. А в последнюю очередь тьма. Такой, ну ладно. Чисто как будто в барбершоп пришел. И свет случайно вырубили. И барбер куда-то отошел. И кто-то тебя сзади трогает. Попытно. Ты что, свет мне вырубили? Ой, какой стресс, господи, все нормально. Я готов проваливаться. Все, я готов, ребят. Как же он готов проваливаться? Да. Привет, Ян. Здравствуй, Ликс. Здравствуй, Дмитрий. Ликс. Добро пожаловать на проект «Тьма». Добро пожаловать. Так. Добро пожаловать. Ой, так. Спасибо. Волнуюсь просто. Я радостна очень. Ну а теперь правила. Участникам надо пройти огромный лабиринт в полной темноте, не издавая звуков. Кто пройдет лабиринт тише всех, получит 250 тысяч рублей. Тон тратила? Блин. Удачи. Но для начала... Спасибо. Надо найти секретный выход из первой комнаты. Ну, как обычно, дверь, я видел ее до этого. Давай попробуй. Вот отсюда тут вряд ли, да? Ну то, что Яна оттуда вышла, ну... Ну, бред. Вряд ли. Пойдем. Но тут, походу, закрыта она. Зеркало, да, наверное, нет? Да, она закрыта. Вау. Зеркало, да, ну, это. Ну ладно. Ёб твою мать. Либо зеркало, либо эти полочки как-то сдвигаются. Все. Здесь не очень хорошо видно, поэтому я буду делать это на ощупь. Понял, давай. Ой, я забыла, что не надо шуметь. Господи. Тут можно было бы под слова Ликса шаблонную шуточку вставить. Сделайте это, пожалуйста, за меня в комментариях. Спасибо. Бедные слепые, как они живут. Так, ну ладно. Кустик сейчас напугает, нет? Кустик? Ну я вообще не... Хорош, наш человек Кустик. Я, конечно, не так думал, что он напугает. Я думал, он напугает, когда он коснется, но... Кустик, без разницы как, но Кустик выполнил задачу. О! Наполнить штаны Егориком. Ой. Счастьем. Сука, откуда ты тут взялся? Ее напугал. Кустик, как же он хорош. Да я тут не помню никакого цветка. А он там был. Еда. Ну, вряд ли там. О! Яблочко. Похавать можно. Так, мне кажется, мне нужно ускоряться. Я не хочу быть последним в этом деле. Это кресло. Есть. А у вас был когда-нибудь участник, который не вышел с первой комнаты? Все бывает впервые. Никогда не было. Будет. Просто факт. Тут какой-то лаз, что ли? Вот здесь где-то, да? За полками? Вот он, сучонок. Это она меня оскорбляет. Давай, плюс один. Так, а что по лазу, да? У меня все под контролем. Что это за звенелка? Как он это сделал? О. Тихо, уточка. Ах, какая хитрая. Блин, я прям расстроен, что сейчас ничего не упадет. Подожди, может быть тут? Не расстраивайся, у нас есть Егорик. Сюда звук. Я не знаю, где камера, но я стыдливое лицо сделал. Ну, зато он нашел дверь. Есть! Я нашел! Ой, я нашел! Я нашел. Вот! О! Ну, не последний. Так. Так, узенький, как я и думал. Узенький проходик. Друзья, всем внимание, сейчас готовимся к самому вкусному. Пизда. Это продолжение было мысли? В конце темного коридора участнику... А что, почему самое вкусное? Подожди, прям у них с самого начала самое вкусное? Необходимо сделать прыжок с 4 метров. Но не все так просто. На половине внизу на полу шипы, а с другой половины ничего нет. И нужно прыгнуть там, где нет, естественно. Ну или если хочешь, прыгай на шипы. Документики подписаны. Ну, вроде довольно безопасно. Ответственности нет. Проходик, я это люблю.
две сплей-совы. Стороны? Ой, тут две стороны. Такое ощущение, что я просто прячусь от пьяного бати, маленький. Стоп, я могу встать. Так, довольно мягкий. Так, у меня резко закончилось место на жестком диске, поэтому я поузнюлся и восстановился. Я здесь. Поехали. Товар запускаем. Так, надо понять, в какую сторону идти. О, жесть. Прикол. Тихо, тихо, куда? Куда? Прямиком вниз. Блин, это так жестко. Они сейчас когда падать будут, ну там прям так обосраться можно. Блин, что это? Нет, ну это что, беговая дорожка? Типа, вы намекаете, что мне надо скинуть пару кило? У меня есть абонемент фитнес. Я правильно иду? Не знаю. А? Не знаю. Не знаешь? Так, ладно. Ну все, я поехал. Все, всем пока. Жестко, что не знает, когда падать будут. Нельзя приготовиться никак. Помогите! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой, неприятный момент. Неприятный... неприятный момент! Так, друзья, наверняка... Ты куда ты... Так, друзья, пока Егорик не умер, интеграция. Просто резкое падение, оно прям такое жесткое. Ой-ой-ой. Мерзкое чувство. Такие звуки у каждого. О! Ох, ничего себе! Ох, такой старческий звук. Нормально, прикольно. Дима! Дима! Сука, я знал! Не, ну это страшная херня, если честно. Прям такое, такое противное ощущение. Вот это вот, не знает, как я падаю. Идет бам, резкое падение. Я знал, что меня подставили. Какое обосранство. Одно дело как-то рукой, знаешь, понять, что там, ага, все, там падать, можно как-то приготовиться, можно как-то сгруппироваться, я не знаю. Ну даже дело не в сгруппироваться, а просто в морально подготовиться. Дорогая. А где я? В каком-то очень большом месте. Главное, паничку не поймать. Поролоновую, ну, да. Паничку знаменитую. Так, я тут правильно двигаюсь, мне кажется. Смотри, как он сразу пошел. Из этого помещения... Я помню, там в прошлый раз, в прошлом ролике были эти мышеловки вроде на стенах. В помещении есть только один выход, и он очень узкий. Так. Ну, сатир вроде сказал, любят такие. Агрессия 100%, атака 0. Это если что, просто так делаю, обсматриваюсь. А представь, что это муравей и кубик. Если вам показалось, что я выгляжу как дурак, то, ну, наверное, да, но зачем я это делаю, я объясню. Сахара. Просто, чтобы не подумали, что шиз. Ой, божечки. Это муравей рафинат. Дайте край для того, чтобы, сука, я устал. Ты чуть-чуть не дошел, Егорик! Это муха, когда попала в что-то жидкое такое, знаешь, липкое. Все, я устал, плевать. Жизнь, жизнь и так была прекрасной. Почему бы нет, почему бы не сегодня? Такой. Джеки Чан! Записал. О, стоп, стоп! Так, стена, окей, границы. О, 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 о. Я чувствую себя каким-то... О, что это? Это камера? Ребята, так это что на? Это камера. А, здорово. О, мне сюда, да? Мне вот сюда? Возможно. Диман, ты умер? А я? Жив ли я? Ну вот тут, да, какой-то проходик, я правильно? Мне кажется, или мне сюда? Это что за гинеколог такой? Простите. Участнику необходимо пройти по коридору, где есть специальные полки, которые касаться нельзя. Иначе будет очень громко. Не, ну туда, вот. Тут с вытянутой рукой нужно идти. Ладно. Да нет. Не может быть. Давай еще. А ты не думаешь, что это как история с Винни-Пухом сейчас будет? Но он глубокий, Диман. Это какая-то лестница. Смотри, ноги.
Все. Понятно. Блин, ну он случайно это сделал. Ну вот это уже прям. Спасибо. Ну первые все задевают. Что? Или не все. Или не все. Тихо. Все, держать даже. Положить нужно. Там он попал. Туда. Здесь кто-то обедал, блин? Что за чашки, ложки? Поварюшки. Да что тут падает-то нахуй? Опа. Тихо ты. Блин, она разоружает. Хитрая, хитрая, умная. Что творит, а? Тем временем Егорик. А-а-а! Вообще плевать. Туда эти колокольчики, туда эти колокольчики. Звоночки. А-а-а. Ты, Зинь, проснись, Илюша, это страшный сон. Так, приготовились на падение. Без ошибок. Ёб твою мать. Фигачим. А, я... Это что? Что там, гвозди? Мне понравилось, что он так осторожничал, так осторожничал. Так, погоди, нравится тут реакции. А на Бусти их еще больше. Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. Что за бред? Можно задал. Это, видимо, специально, чтобы я пугался, поэтому на смелом идем. И не боимся. На смелом идет. Да. Плевать. Да-да. О. Это же не тараканы. Она как Харли Квинн. Спасибо. А это что? Да уже ничего. Да уже ничего, не забей. Нормально. Она еще... Пойдет. Ну держи, держи, держи рукой. Он же знает, где она. Он же знает, где она. Это Кабелла. Что это? Она решила построить? Почему я просто... Окей. Ян, убираться не обязательно. Я хочу пройти, я не хочу, чтобы оно шумело под ногами. Да уверена, иди и все. Да сейчас. Ага, буду я тебя слушать. Опа. Так, так. Бат-ниндзя. Блин, как будет обидно сейчас, если рукой заденешь. Вот ювелирно. Как в миссии невыполнимо. Так, так, хорош, так, хорош. Так, 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 так. Опасный момент, друзья. Подымай. Проходит. Да! Егорик, который... А, точно, точно. Здрасте. На прохождение следующей комнаты у участника есть всего 20 секунд. 20 секунд. А если я не пройду, что будет? Узнаешь. Блин, 20 это маловато. Прошел первую пирамиду. Кнопка, блядь, какая-то. Забей на кнопку. Я не боюсь, что делать-то? Бояться дальше. Сука. Где она? Выход. Ну тут чисто рандом, короче. Кто меньше заденет случайно. Начинаем движение. Ой, вы чего? О, прикол. Он обратно выйти хочет. Почему он обратно выйти хочет? Бля, стена, ты чё? Эй, стена! Эй, вы, бля! Блин, этот выпуск смешнее выглядит, если честно. Именно выглядит смешнее, все поведение людей смешнее, чем в прошлом. Тише! Тише! Что за плюс травма? Все.
Диман, ты это, ты нездоровый. То есть все это было время все зря? Ёпрот, вы угораете? Нравится тебе, да? Людей кошмарит. Мне очень нравится. Ему да, он довольно сидит. О, вот оно, да? Все. Все. Я понимаю, что я уже проиграл 100%, потому что я без остановки. Дальше участник должен испытать свою удачу и выбрать один из маршрутов, по которому он пойдет. Прямо налево или направо. Справа вообще ничего нет. У каждого коридора разная сложность. А что справа-то? А что справа? Я понимаю, что, скорее всего, маловероятно, что кто-то пойдет прямо. Прямо? Ну, слишком как-то это тупо, прямолинейность. Я как раз таки тот человек, который... А мне кажется, нормально. Беру самые очевидные пути, потому что чаще всего они самые правильные. Среднее самое сложное. Так, налево мы не ходим. Ходить налево — это не очень история. Я такое не поддерживаю. Налево? Почему нет? Налево я человек холостой. Могу и налево сходить. А, ну все. Ну все тогда. Давай, Игорь, по прямо иди. Ладно, прямо. Не пугайте только. Кнопки. Что? О. Это кнопки? Отвечаю, сейчас они меня угробят. Друзья, он выбрал самый легкий путь. О. Я сейчас как если упаду... Тише, так. Так, что мы там нашли? А, это ловушечка какая-то. А. На которую он 100% не попадется. Ага. Понял. Ага. На меня что-то будет падать. Слушай, ну должен же я где-то проявить свои способности. Акробатические. Вот так вот. Я прям... Я очень уверен в себе. Я не трясусь. А тут сейчас. Блин, как он крут. Это будет, я прям чувствую. Будет какая-то залупа. Никакой. Тихо. Выдуманная. Тихо. Тише, тише, девочка. Стой, стоять. У меня под глаза уже попадает. Да я сам ничего не видел, как будто пофиг. Это не роляет вообще никак в данной ситуации. Слушай, он прошел их. Нормально идет. Я просто в танце. Смотри просто на него. Как же он хорош. Надо найти какую-то одну кнопку, которая включит выход. Как же он усложняет, да хорош. Выход прямо перед тобой. Что-то падать, говорит, будет. Кнопку нужно найти, чтобы выход. Егорик, смысл этого ролика в тишине. Или на... А, звук, блядь, я забыл. Я ему тут наставил забор. Он точно победит. Поров, если что. Вот он. Супер, погнали. Фу, липки. Так, подождите, что это тут? Фу! Липкий или скользкий? Мерзости? Ну, судя по тому, что я чувствую, надеюсь, не то, о чем я подумал. Я очень на это надеюсь. Это очень скользкая горка, покрытая вазелином. Участнику нужно забраться на самый верх, но... Главное не касаться гигантской кнопки. Ну, поехали. Блин, ну самый верный способ подняться по этой штуке — это стены. Стены, каким-то образом... Если там, я не знаю, насколько там узко или не узко, но если не узко, например, можно либо вот так, вот одной частью, как бы руками одну стенку, ногами другую стенку, и вот так вот передвигаться. Либо, если там все-таки не узко, можно вообще ногами чисто, и вот так вот руками, вот так вот держаться, типа, и проходить. А что у нас шириной какой? Ну там ширина, там не узко, там прям широко. Мне вообще куда? Тогда руками, ногами. Это западняно. Ладно, походу, вниз надо, да? Вниз легче всегда идти, чем наверх. Мудрые слова, Ликс, мудрые слова. Не зря прожитый год. Пиз... Поехали. Я так понимаю, мне надо ползти вот так вверх, да? По скольжению. Да. Ну, либо ползти, либо ногами, руками. Да. Но там еще достаточно самому нужно, чтобы твой рост это позволял сделать то, о чем я говорю. То есть, чтобы руками и ногами можно было касаться одной стены и второй стены. Если ты, грубо говоря, Джарахов, то, наверное, не получится. Тут что-то еще. А, мягкотельно. Мягкотельно.
Блин, я сам... Да, я понял. Что, я не туда... Поезд? Где? Мне нужно... Так, окей. А, ты кнопка? Кто КамАЗ загнал в тьму? Мне наверх? Серьезно, это нереально. Это нереально. Это Unreal. Ох, как раз ты видал? Ну, это был прыжок. Прыжок гепарда на свою жертву. Смотри, вот он, прямо из кустов. Вот тут кусты, там гепард. Ой, прыжок. Да, гепарда на жертву, все правильно сказал. Вот гепардик, а жертва где-то здесь. Ну, там олененок какой-нибудь стоит. И вот, вот оно, вот оно, вот момент, ребят. Это так прикольно, как прикольно. Я тебе говорю, этот выпуск намного смешнее, чем прошлый. Ну, прошлый был крутым, но здесь что-то как-то прям разъеб. Стас умирает. Как не хочется скатиться. О, нифига, он прям поднялся. Нет, стоп, ты гудок, стоп, ты гудок. А я не доползу, мне кажется. Ну, они вначале за счет этих, да, дырок как-то поднимаются, а потом-то дырок нет. Слева. Опа, сейчас будет сейнбол. Ну-ка, пошел, 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 пошел. О, хорош. Просто болт. Так тут не за что браться. Да тут нет ручек. Сука, прыжок делать, отвечаю. Прыгай, прыгай, прыгай. Ногой можно удариться, ногой можно удариться. Раз, два. Нет. Принятие ситуации происходит. Это как пройти-то я, а может я пешком смогу, блядь. Шнурки еще, господи. Ну ты, конечно, Диман, тот еще прохвост. Ну нет, опять. А почему, интересно, никто не встает вот так вот? Да, 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 руками, ногами. Ну потому что нет, не очевидно в темноте, видимо, я не знаю, не до конца понимают, узко не узко там. Руками в стену, ногами в другую. Я думаю, сейчас придут к этому, да. Он меня подслушивает, я не понимаю. Я же это видел. О, миссия невыполнима. Тун, 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 тун. Только он немножко всратый режим включил. Он лежа будет подниматься, что ли? Ох, пошел. Ай, змея пошла. Смотри. Блин, просто вот так вот нужно выключать, реально. Включать этого Алекса. Тум, 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 тум. Там, 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 в правую стену. Типа, подожди. А зачем он подсказал? О, ты имеешь в виду, чтобы я... А зачем он подсказал? Вот так! Блин, а так это в смысле? А что за подсказка такая? Зачем? Так там дырки! Ну там дырки, дальше там дырки не будет. Сейчас забежим. Загибежим. Вот правильно было написано в субтитрах. Несмотря на то, что это, наверное, просто случайно так. Но там прям загибежим. Сука. Я думаю, она должна догадаться. Ну-ка, давай. Яна, ты хочешь бонус? Я боюсь. А что за это надо сделать? Правильный вопрос. Хочешь или нет? Ой, господи, я вся мокрая. Хочу, ладно, хочу. Хочу, Дим. А, прям так, веревка. Тихо, тихо, тихо. Что это? Это как... Змея. Канат. Просто канат у меня? Что это? Просто канат. Далее. Уберите. А, мне помоги. Спасибо. Но мне захуй в комментах. Эпичную музыку, пожалуйста. Да не, ты девочка, это нормально все будет.
норм. Ох, аж трясет, пацана. Блин, ну Ликс, ребята, он понял, как это работает, и теперь пытается... это работает. Просто он не с первого раза у него получилось. А так, я думаю, получится. Просто он, ну, то же самое делает. Он может стоит это делать, и это будет не так сложно и всрато, но это не важно. Сейчас. Вы думаете, он это не понимает? Он это понимает лучше всех остальных. Просто он не ищет легких путей. Демиксы на ногах, помогайте, родные. Тоже пошло дело. Демикс. Мне нравится, что у каждого свой способ. За двушечку. Тихо. Держаться за провод? Ой. Ну все, четко. Так, отдохну. Чутку отдохнем. Сейчас это отдохну. Отдохну троху. Заебанный. Говорила, мама, занимайся спортом. С детства. Фу. Почему не слушал? Ой, какое... Сейчас, дайте выдохну. Распорочка вымотала меня. Друг мой, ты привык к темноте? Но привык, да. Чуток. Ну, это же чуток. Какой-то жесточайший вопрос с подвохом, Димас, да? Смотри во все глаза. Может, не сейчас, надо? Сейчас будет слишком светло? О! Ух ты, блин! О! О! Ну, нифига. Фу. Свет! Ну, Димас, свет. Вот без шуток. Мое почтение. Ты... Знаете? Ну, круто выглядит, круто. Друзья, есть такое понятие, как чистилище. Вот это оно. Это комната с лазерами, которых нельзя касаться. Участнику необходимо найти красную кнопку, чтобы... Нужно как Винсент Кассель. Поняли, да? Поняли? Чтобы открыть следующую дверь. А ничего не отрежет, если коснусь? Ну так, на фаланге попробую просто из интереса. Попробовал. А, и он после этого умирает? А, нет. Воскресает, сука. Ну тут я профи. Марвел, свяжитесь. Главный саундтрек еще сам подвез. Смотри, какой, а. О, а, сюда. Видали? Питер Паркер. Вы видели, как он это сделал? Можно пойти вот но туда. Ну, он хорошо сделал. Но там будет жопа. Там стена, я там не выползу. А вот здесь как будто... И все, и вот сколько осталось? 8 минут осталось, да? И вот прям до самого конца Ликс так будет сидеть и вот прям рассуждать. Так, вот если я туда пойду, справа там не, я точно задену. Слева вроде низко, но можно на самом деле проползти, наверное. Но давай подумаем еще. И все, и там уже все ушли, и все закрыли. Ликс сидит, все еще это размышляет. Самое оптимальное. А что-то тут не вариант, как будто бы. Будто бы можно. Пока получается. Ну, волосы-то тоже. Вот их сними пока. В лабиринт. Волосы. Ля. Я всегда, когда смотрел «Миссия невыполнима» или где там были лазеры, я думал... В «Друзьях Оушена» были. Это... Винсан Кассель проходил под музычку. Да пипец, как легко! Да, есть. Ну, в «Миссии невыполнима» я не помню, были тоже лазеры. По-любому были какие-нибудь. Ду-ду-ду! Бу-бу-бу! Бля, это пятно на шуте. Как же... Сколько раз я уже затронул раз 100. Да пошли. Так, ну очевидно мне сюда, да? А, ну я прошел, получается, наверное. Да? Так вообще найди. Да как будто бы супер легко они это сделали, да? Выглядит страшно, на деле вообще легкотня. Кнопка. Вот тут бы я подумал. Че за кнопка? Он боится нажимать, потому что думает, что провалится. Бля, что-то сыкотно. Не-е-е. Что-то сыкотно. Ой-ой-ой. Ладно, жму. И все прям напрягли мышцы в этот момент. И все? Нормально. А, проход. Хорош. Ой. Лазеры выключены, участники снова во тьме. Ну ебать. Погнали.
Так, давай, мамарик. Давай, давай, давай. Давай, давай. Мышь крадется. Ну все? Здесь заночевать можно? Ой, где я? А, тихо. Ты готов? Нет. Да. Честно. Звучало честно. Ну, наверное. Масленников экспресс запускается. Они покатятся на этой штуке куда-то. В воду. О, поехали. Тихо-т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 их
Что там? Комфорт плюс, а может быть даже бизнес лайт. Чё? Там... Все? Это конец? Ой-ой-ой. Ты все по плану идет, точно? Нет, пожалуйста, не роняйте, пожалуйста, не роняйте, пожалуйста. Если вы мне друзья, не роняйте. Роняем. Роняем. Кто? Блядь, не роняйте. О, прям так роняют? Я же просил. Кто? Да. Наша дьявольская вагонетка выбрасывает участников в непроходимый бассейн шариков, в конце которого их ждет выход. О, нормально. Спасибо, что не вода. Я что, в этой мягкой игрушке, в огромной, где такие шарики внутри? Где я? Когда это закончится? Верните мой паспорт. Ух, еб... Там глубина! А тут вообще реально можно плавать в этой штуке? Плавать. Похоже, как во сне, когда ты вроде должен идти или бежать от кого-то, и очень медленно это делаешь. Не, ребят, это серьезно, меня засасывает там какой-то песок или что? Что за акула? Какая же пакость! Пакость. Такой хомяк. Типа невозможно без ука пройти вообще. А как много это? Сколько детских центров ты ограбил? О, господи. Я хоть на один продвинулся. Я не могу этого не сделать. Лекс, ты все это время шел не в ту сторону. Да не может быть. Опа, все, как она на канат нашла. Я тону! Это, мне кажется, сложнее, чем вода. Да, там это очень сложно, друзья. Я сам это проходил, я прекрасно знаю. А выйдет, как ты проходил в Телеграме? Выйдет ты... в Телеграм-канале. Блять, блять, как страшно, ёпся! Да, ёпся ты сейчас. Телега, ребята, ссылочка в описании. Помоги. Я просто на месте стою. Я весело, весело. Не-не-не, прям. Смешно, весело. Поберите охота, но весело. Минутку подрежьте. Так, все, она клетится подбирается. Все, погнали. Какой пиздец. Давай, бау! Зашуганный такой. Как и они все. Поздравляем тебя. И потные максимально. Поздравляете меня? А то, что у меня в анусе шарик пластмассовый до сих пор. Ты не устал, Дима? А, они еще и вазелине же все. Чувак, не только потные. Это лучшая тьма. Я, конечно, на других не был. Но судя по тому, что ты тут устроил, это вообще самое лучшее. Я падал сколько раза? Два? Просто вот. Вот оно. Вот оно. Братья. Ребят. Верните бассейн с водой. Да. Это жесть. Чё, красота, всё хорошо. Я вся вонючая, Дима, да, я вся мокрая. Это было так здорово. Спасибо, это было... Можно это повторить. Это было очень интересно, чувак, вообще. Я, конечно, устал, но это того стоило. Это я плакал.
А мы матом и ругаемся? Да. Пиз. Что больше всего понравилось? Слушай, два момента. Это первый, где дорожка едет. Ну, конечно, больше всего вагонетка и первое вот это падение. Но оно мне прям понравилось. Жесткое, жесткое. Когда меня сначала на конвейере несли, я типа такой подыгрывал. А потом я понимаю, что эта хрень наклоняется. Падаю в шарики и думаю, типа, не, шарики, херня. Это жестче болото. Не, ребят, серьезно, меня засасывает там какая-то песок или что? Да, как ты со стенки там? Вообще, ты просто такой момент, как мем, типа... Да, она меня вывесила конкретно. Это, типа, очень круто. Эмоции реально не перенесли. Мне больше понравился момент с этим узким проходом, где вот эти полочки стояли. И Ликс такой, типа, осторожничай. Хорош, а! Просто. Я вот когда говорил, что ты ебутый, это от всего сердца, брат. Вот это, блин, я понимаю. Что ж, огромное спасибо каждому из вас, особенно тебе, Человек-паук, за это невероятное прохождение. Каждый из вас показал что-то невозможное. Я думаю, что каждый подписчик это заценил и прямо сейчас поставит лайки, напишет, какие они молодцы. Но надо подвести итоги. Так. У нас есть 4 места. Первое место... Как будто бы, знаешь, вот эта история с победой, победителем, это вообще это такая формальность, на которую всем плевать. Достается небольшой... Все там сдавали звук, это все как бы вообще... Чисто прикол. Приятный бонус. 151 звук. Впервые за всю... Статистика подъехала. Историю тьмы издал... Егорик. Ликс. Егорик. У меня два кандидата было, Ликс и Егорик. Второе место занял Сатир. Третье, да? Яна... Нифига, самый бесшумный Ликс. И первая Ликс. Реально? Ну, первое, в смысле, с какого места? Поздравляю! Ну, крутой, слушайте, первое место, это значит, что он меньше всех звуков издавал. Ниндзя. Воу, братан! Что ж, друзья, спасибо вам за то, что вы посмотрели этот ролик. Обязательно подпишитесь на канал. Все, ребят, такой вот видосик. Ссылочка, естественно, на оригинал внизу. Ставьте лайк, комментарий. Подпишитесь на канал, конечно же, тоже, да, чтобы ничего не пропускать, чтобы поддержать. Огромное тебе спасибо. И в телегу обязательно зайди. У нас есть телеграм-канал. В общем-то, это наш основной способ коммуникации. Способы связи и возможности не потеряться. Поэтому зайди, будь там и ничего не пропустишь. Плюс есть Бусти, где мы смотрим всякие прикольчики, анимешки, мультики, мультфильмы, сериалы, мультсериалы, куча разного всякого. Сейчас готовимся к просмотру Дэдпула и Росомахи, смотрим все фильмы с Росомахой. Короче, можешь зайти по ссылочке, посмотреть, может для себя что интересного найдешь, там очень много всего уже есть. Все, родные, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.